На завтра у нас назначена стерилизация 4 кошек. Денег нет вообще. Я не знаю, врач сделает нам долг или нет. Как-то неудобно даже просить об этом. Стерилизация 1 кошки обходится 1000 рублей плюс выезд врача. Да, получается 4500 нам нужно. Если кто-то может стать куратором хотя бы на 1 день, именно на стерилизацию, пожалуйста, пишите, звоните. Потому что ситуация такова, что кошки гуляют на свободе. Вот это вот белое. Потом вот. Вот, вот это вот у нас идет тоже красотка. И ну, они просто могут забеременеть, принести мне котят. Я даже оглянуться не успею, как это может произойти. Поэтому прошу, кто может помочь, помогите нам, пожалуйста. И вот 2 мамаши в клетках сидят с котятами, которые я уже говорила. У них что тоже нужна стерилизация. Итак, мы кричим. Маму, ай, аж телефон у меня из рук кошка. Все, мы будем кормиться, потому что все орут, кричат. Да. Так, а ну-ка, кышка отсюда, кыш.